и отряды сообщают о чем-нибудь подобном? Нет. Похоже, это нечто совершенно необычное. Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, мы продолжаем проходить игру дополнение к первой части Фера 5 простей, и у нас продолжается, начинается 57-й, называется оно «Уничтожение», первая миссия «Упырька клонов». Ситуация: у Барникли на заброшенный завод клонов армии, и по непроверенным данным, там уже находится сила противника. Паранормальная активность возрастает по мере углубления на территорию объекта. Задача: преследуйте за противником главные помещения объекта и предотвратите захват ДНК Альма. Вот так вот, какие наши задачи в этой миссии. Так, 57-й. Уничтожение. Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и в общем-то мы на данный момент продолжаем проходить игру Fear by Persei. Давно, в общем-то, я не записывал, но вот нашлось немножко свободного времени и решил быстренько записать несколько еще серий, так у меня все серии до этого уже выложены таким образом, давно уже. Мы, в общем, продолжаем, вспомним немножко сюжет, давно уже не играл, дополнение-то. Так, в общем-то, мы сейчас, по-моему, добираемся до входа в лабораторию. Так, черт, сейчас свет погаснет, чертов фонарик, ненавижу его. Так, подожди немножко, пусть фонарик у нас включится. Так, в общем-то мы, по-моему, ищем вход в лабораторию, где проводился проект Персей. Так, включаем свет, конечно же. Да будет свет, сказал электрик, и я отрезал провода, чертова. Ну что ж, в общем-то, мы должны помешать наемникам ночным добраться до ДНК Альмы. Да уж, мне, конечно, момент вот этот напоминает больше всего пилу игра. Пилу, первая часть игры The Video Game называется. Пила The Video Game, Soul The Video Game. Там, похоже, тоже момент был, в общем-то. Комната была заполнена каким-то человеком, то есть там, который в ловушку попал, там одну из ловушек конструктора. Так, ну что ж. Шерсть, конечно, напоминает все эти моменты. Начинается такой самый жуткий уровень. Один из жутких, кроме еще канализации. Вот так, сохранение. Так, ну что ж, продолжаем двигаться дальше. Нам нужно добраться до... Это как раз место, где хранится ДНК. Так, Альма, что мне там с патронами-то? Ну, оружия, думаю, хватит, пока что все это оставим. Может, даже пистолет, конечно, не знаю, брать пока не хочется. Хотя, может понадобиться. Так что берем уж его. Гранаты, конечно. Подтверждаю, цель в этом районе. Будьте начеку. Так. Понял. Здрасте. Отлично, контрольный выстрел в голову. Так, кто у нас еще там есть? Ох. Да, что-то я быстро потерял здоровье. Слишком быстро. Я бы сказал так. Так, что-то никого нету. Значит, идем к ним навстречу. Так. С той стороны вообще никого, никто не придет. Блин, аптечек вообще маловато. Фу, так. Ну да. Ночные все-таки опасные парни. Вижу цель. Без замедления здесь не справится. У меня аптечки маловато, чтобы чем дело плохо. Блин, может дробовик взять? Что-то, хотя... Не убьешь их таким образом. Так, аптечки. Берем бронежилет, им понадобится. Очень, очень, кстати, они здесь оказались все-таки. Защитят. А сколько-то хотя бы пуль.
Вижу цель. Огонь на поражение. Нужна поддержка. Граната! О! Ох, я хотя мог и не стрелять. Ну, конечно, пол ноги вообще пол тела снесло. Нужна поддержка, скорее! Блин, ну куда ты пошел, ёпс? Не уйдешь далеко. На помощь. Так, ты где спрятался? Блин, ты где вообще? Кто-нибудь его видит? А, отлично. Так, а нам сюда, по-моему, да? Да, по-моему, как раз сюда. Ну ладно. Вот такая была затяжная нас битва, конечно. Но на элите они все затяжные. Так-то. Так, ну все, по-моему. Надеюсь, я все взял. Черт, винтовку брать не хочется, она слишком уж слабо будет. Слишком. Не люблю эти винтовки. А, ладно, лучше пистолета. Попользуюсь дробовиком, возьмем снова пистолета. Чёртовы барторные комплексы эти. Напоминают, не знаю, Resident Evil какой-то. А, так, это момент я помню. А, здесь у нас будет очень интересный момент. Смотрим. У нее отняли детство. Отняли ее собственных детей. Отняли саму жизнь. Хм. Ну да, вот эти как раз ученые Армхима отняли у нее жизнь. Но все это мы знаем и в первой части, что там с Армой произошло. И феррукация. Хотя феррукация там про другое, конечно, суть немножко. Так, ну да ладно. Пытал нам снова с ним поговорить немножко. И пошли дальше. Мочить лукошка. О, так. Привет. Чен снова появился. Это не знаю, решили понапугать таким образом. Офигеть, сколько трупов-то. Да уж. Неприятное зрелище. Ну, в общем, у нас осталось пройти так-то 3 миссии, по-моему. Максимум. Так, ну да, пятно. Я тебя заметил. Не получится обмануть. Опс, так, здрасте. Чен и Моррисон. Вдвоем вместе? Да вы издеваетесь. Вы же против друга были. Но, видимо, там они подружились уже в качестве призраков. Так, и дверь закрыта вообще. Это пятно. Точно лучше не стоит попадаться. Да ну, тратить пустые лишние патроны, лишнее время. Лишние жизни. Которые не всегда лишние. Вот так бы я сказал. Блин, я же смотрел, по-моему, это. Там уже никого нет. И меня же тут преследуют там. Жутковато здесь, конечно, жутковато. Так, он тут запаррикадировал, наверное, сетевой. Еще тогда живые ученые, наверное. Перед своей смертью забаррикадировались, но их все равно убили. От кого-то там. Так, ну, карната нам понадобится, конечно же. Затем используем. Там, блин, ну чтоб ты... Да вижу это чертов пятно. Да у меня таким образом обанит. Все фиксируй. Ничего не пропускай. О. Есть, сэр. Так, давай, мы. Мочи их. Они заслужили, точно. Посмотрим, как с ним расправиться. Что за черт? Да, зря вы сказали с ней, друзья. Зря. Сейчас такой будет фарш. О-о-о. Так, ну молодец, конечно. Только сам говно с не трогай. А их может спокойно расправляться. Разрешаем. Так, ну что, ждем дальше. Да, неплохо она с ними расправилась. Это только, конечно, с одним отрядом. Целую кучу точно легко справиться. С любой, с любым количеством. Ее ничего не берет. Таким образом-то. Призрака.
Интересно. Так, ну что ж, идем дальше. Сохранение контрольной точки, отлично. Фу, так. Не знаю, чем руку приготовить. Так, что у нас там? Мне туда как раз идти, интересно. А, да, туда. Там у нас ничего. Так, в той стороне посмотрим-ка. Тоже ничего. Только лишь трупы какие-то. Жесть какая-то полная. Зачисти территорию. Так, ну, извините, друзья. Так. Хотя можно попробовать пистолет снять. Тоже удобно. О, привет. Одно удобство. Одно, в общем-то, удовольствие снимать их с пистолетов. Обожаю пистолеты в этой игре. Они самые хорошие, мне кажется, оружие. Хотя кому-то, может, не нравится, но мне нравится. У каждого свои виды. В общем-то, любимое оружие, врагов там, не знаю. Игр. В общем-то, тому подобное в играх именно. Или просто игр. Так, ну вот сняли. Да они даже нас не заметили. Мы их как бы таким образом, не знаю, стелсом, что ли. Вначале. Трех сняли быстро. Хотя вообще можно было сразу замедление включить и всех. Хотя, блин, не понял. Я там, в общем-то, стоял, стрелял в них, а этот спустился. Он что, меня вообще не видел, что ли? Да, интересно. Ладно, идем дальше. По этому комплексу чертому лабораторному лазим. Лазим. Место, конечно, пренеприятное. Как я говорил в начале этой серии. Предстоит нам полазить по неприятному месту. Так, офигеть. Сколько трупов там. Блин. Так, о, ноутбук. Объект изменился. Вы сами это видели. Брайерс утверждает, что все это из-за нее. Руководство Армахема объявило карантин и изолировало нас всех. Хм, интересно. Только Рейн с нами что-то после этого не связывается. Как был в первой части эфир. Дик после того, как мы каждый ноутбук находили, с нами, в общем-то, связывался Беттерс и высказывал свое мнение насчет этой информации. Что там он думает? Ну да, конечно. С Армой еще с кем же связано? С Армой, конечно же. Блин, что-то меня, конечно, так толкает. Он меня там все выключил. Так, немного. Так, ну ладно, идем дальше. О, так, это то место, в общем-то, где наших врагов растерзало просто. Клочья. Так, нет, сначала туда схожу. Так, ладно. Дверь закрыта. Они оттуда вышли, что ли? Или отсюда, интересно, так не пойму. С какой стороны я вообще на это смотрел? Не вспомню. Да, скелеты. Так, о-о-о. Ах, черт, я думал, лазерное оружие. А у них, конечно же, винтовки будут. Только. Да, ничего полезного. Только так немножко, не знаю, что там увидели вообще сверху. Только стекла разбились, потому что там вверху Альма была, конечно, наверное. Мы так таким образом должны были напугаться. Ладно, идем дальше. Идем дальше. А, вот это как раз место знакомое с галлюцинацией. Ну, давно она была, как раз. Не знаю, какой там после предыдущей миссии какой-то. Как раз в этом месте мы были, когда война с галлюцинацией. Ну, как говорил, главный герой галлюцинации особенные, не как у Пойтмана. В них мы видим, в общем-то, все моменты, все места, в которых будем в будущем побываем. То есть, не знаю, что-то вроде предсказаний такого у него, сновидения возникает. Так, аптечку взял, броню, не знаю. Так, блин, надеюсь, я не попадусь никакую там эту чертову дыру. Ненавижу эти. Да, вот она. Нетушки, извини. Я тебе попадаться не собираюсь. Так, патрон, пистолет, отлично. Так, послушаем запись. Сейчас увидим сзади. Не буду говорить, ладно, что увидим.
В общем, увидим сейчас. Меня зовут Джон Брайерс. Я генетик из Армахема. Работаю над проектом Персей. Нас тут держат под замком, как заключенных. Иди к Феттелу. Они там. Что-то пошло не так со вторым прототипом. Мне никогда не было до него дела. Феттел появился. Снова. Так, ну ладно, идем дальше. Ну понятно, он уже просто какой-то маньяк был этот Феттел-то. Кому, в общем-то, до кого ему дело-то было? Ни до кого, он всех убивал просто. Такая, в общем-то, у него натура. О, так, это место тоже помню, хотя не знаю, может, сейчас... Блин. Ладно, сейчас, конечно, я включил тихо звук. Может быть, даже это не напугает. Хотя мне в первый раз, помню, когда играл, напугало очень сильно. Не знаю, тогда я вообще в хоррор не играл, конечно. Сейчас это для меня привычное дело. Вообще, не знаю, никакого хоррора пока что такого нету, который бы напугал меня, не знаю. Ну, просто, как бы, впечатление какие-то стало интересно. Как сказать, наверное, свои особенные. Не так, как от шутеров или от этих РПГ или что-то еще. Каждый жанр игр оставляет свои впечатления, как мне кажется. Так, ну что ж, нам туда не идти, да. Там ничего даже нет полезно. Не могли оставить. Симулятор что-то в последнее время здесь в этой лаборатории я даже не замечал. Так, сохранение контрольной точки, отлично. Ну, в общем-то, это уровень у нас такой своеобразный атмосферный уровень. Битв очень мало. Хотя будут они присутствовать. Так, ну здесь тоже ничего нету, никакой симулятор не найдутся. Так, а может, кажется, мне кажется, тут уже... Блин. Даже не видно дна в этой лифтовой шахте. Нифига себе, ничего там даже лезть-то не хочется. Так, слава богу, что лифт сам упал. Блин. Так, куда вы спрятались-то? Так, блин. Зря потратил патроны, мне кажется. Только лишь зря. Блин, я хотел тебя снять вообще с ноги. Я птичку потратил зря, мне кажется. Ой, это что-то немножко отвык. Давно уже не играл в первый Персита. А, блин. Да чтоб ты меня здоровье снял, засранец. Я птичку тебя лишнюю потратил впустую. Ладно. Найдем птички. Надо обязательно будет найти. Так, а кажется, это конец уровня, помню я. Так, ну сюда не попасть, хотя пока что. Блин, ну, а птичка здесь что-то я не могу найти. Так, да, сейчас мы сейчас, в общем-то, откроем ту дверь. И мы, в общем, будем спускаться вниз. Кажется, там, по-моему, слив должен быть. Так, ну что ж, идем. И стоит при этом очень внимательно посмотреть на то место, где мы раньше сейчас были, вот, в той комнате. Там нас кое-кто ожидает. Старые дружище. Не знаю, преследуют нас, в общем-то. Почему-то. Как вот Янковский. Но при этом, слава богу, не пытается убить. В отличие от других призраков. В том числе и самого Альма. Ну что ж, в общем-то, сейчас мы спускаемся на рифте. На этом заканчивается этот уровень, помню я. Так что, в общем-то, увидимся в следующей миссии. А это пока что все. С вами был Михаил. Подписывайтесь на мой игровой канал Darkspace 96. Ставьте лайки, комментируйте. Добавляйте в избранное. Всем удачи, до скорой встречи и всем пока.